Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы будем играть сегодня в Tower Conquest. Кстати, ребят, посмотрите в левый верхний угол, что увидите? Ничего, а я вижу то, что у нас скоро будет 70 уровень, и возможно даже сегодня, и буквально через несколько минут. Ну что ж, зайдем в тренировку, заберем своих бойцов, да? Так, замечательно, замечательно. Так, 8 гемов еще нужно, тут 21. Блин, жалко, конечно, ну да ладно, ничего страшного. Зайдем сразу же в армию и посмотрим, что у нас тут. Опачки! Ага, у нас получает, ребята, башня Крипта третью звезду. Слушайте, я ни разу ее не пробовал. Кровь и железо, что она делает? Так, клетка Крипты высасывает жизнь из врагов, пойманных в нее. Все, я понял, видел я эту ульту. И давай... Ох ты! Ты посмотри, ребята, ремонтный бот, хилбот точнее, получает у нас четвертую звезду. А я специально его поставил на прокачку. Да-да-да, у нас не было просто с вами давно... хилов никаких, нормальных. И я решила, почему бы нам не прокачать хилбота. У него энергетик. Так, мощный удар по цели, увеличенная скорость и эффективность атаки. Слушайте, я не знал, что он такое может делать. И делал. Я думал, что он просто хилит. Но не тут-то было. Так, у нас на арене, что получается? Еще почти 9 часов нужно ждать, да, чтобы разыграть приз. Значит, мы туда не идем. Давай посмотрим, что у нас в ежедневке. Награды. Хищнец. Так, хищнец, воблер. Так, хорошо, давай посмотрим, кого вы мне даете на выбор. Любого, это хорошо. Тогда я беру... Нет, не любого, ребят, ограниченный у нас, конечно, выбор. Слушай, я возьму сюда Ронина. Я возьму ниндзю. А, еще одного, всего лишь одного еще. Слушайте, ребят, ну там же хищнец. Хм. Хищнец. Ну и кого я буду брать здесь? Давай так вот попробуем. Слушай, ребятуль, я не уверен, конечно, что у нас тут что-то получится. Но попытаемся. Взял практически одних критовиков. Так, хищнец нам тут не страшно. В плане того, что если он даже придет, да, и нанесет урон нашей базе, то ничего страшного в этом не будет. Ай, тут же еще, блин, забыл совсем я про эту... Ребята... Подожди! А, ну да, все нормально. У нас, ребят, с вами... Ну давай, давай, давай. Против Ронина-то что ты, а? Получил? Получил, ребята. Прикрываем. Давай нафиг ускоримся маленько. Вот так вот. Оу, щета. Вот это вот... На-ка! Получи и распиши. Блин, ребята, у него жестко бомбит база. Жестко. Просто вот суперудар от базы здесь будет охеренно бомбить нас. Я вспомнил этот режим. Чертов. Ну, да конечно, куда тут, блин. Давай вызовем ниндзю. Если бы Ронин, ребята, выскакивал бы у нас как сумасшедший, мы бы уже давным-давно бы прошли бы этот уровень, поверьте мне. О, смотри, сейчас урон нанесет какой колоссальный. Не особо-то колоссального урона он нанес. Фаербол. Ты-дыч. Вот здесь лучше перетерпеть, ребят. Отлично. Слушай, ну сколько там? Там у базы осталось не очень-то много здоровья. Если честно. Хищнец хренов прибежал, блин. Сейчас, естественно, лучницу уничтожает. В общем, нам нужно дождаться ульты от нашей базы, ребята. Я буду... Минус. И я буду бомбить по базе фаерболом. Только в этом случае, ребят, мы сможем здесь с вами выиграть. Хищнец, ты запарил, вот серьезно говорю. Ну вот, о чем я вам говорю. Смотрите, он что делает, а? База его бомбит без остановки просто-напросто. Как мне вот здесь... Как мне пробить? Минута осталась. Времени. Минута времени. Опять этот чертов хищ... Давай так вот сделаем. Ничего хорошего не получилось из этого. Минус. А он сейчас опять ульту накопит. Ребятуль, вот поверьте мне, он сейчас опять накопит и опять всю мою армию здесь разнесет. Здесь нет хороших у нас танков, которые могли бы стоять. Вот, смотри, что делает. И вот так вот до бесконечности, блин. Гад вонючий. Достал. Ну и как мне быть? Не знаю, ребят, как тут быть, блин. И вон еще и хищнец бежит. Давай попро... Совсем не это хотел сделать. Совсем не это я хотел сделать. Что-то нифига не выходит. А ульта-то у него копится. Блин, да чтоб тебя. На. Нет. Не получается. 18 секунд, ребят, не хватает мне фаербола.
И почему именно фаербола? Потому что я хотел в базу. Но он полетит вот в этих говнарей. Поэтому не вариант. Все, разбомбили мне базу. Сам виноват, сам лопухнулся. И ниндзя здесь нам не помощник. Здесь вообще, ребята, никто не помощник. Нам дали одних стрелков. Так, а здесь вот ульта от базы бомбит не по-детски. Можно, конечно, знаете, что попробовать? Сделать так же. Ну-ка, вот посмотрим. Я могу взять? А, мне не дают на выбор. Слушай, а если мы возьмем... Блин, тут первый уровень у нее у базы у этой. Ульта будет жарить, да? Предположим, я возьму самурая, ниндзю брать не буду. Лучника тоже. Давай вот так попробуем. Бродяга у нас, ребята, первого уровня. Опять же не айс. Вуджена будут сносить тоже быстро, ведь так? По-моему, да. Короче, ребят, не будем даже париться. Тут нет шансов и даже варианта у нас пройти. Поехали сразу на сюжетку. У нас, кстати, да, последний вот этот вот континент остался. Мы его сейчас быстренько с вами должны пройти. Быстренько, если получится, конечно же. И, как вы помните, у нас здесь Ронин, который... постоянно контрит, но даже не он страшен здесь, а именно маленькие вот эти вот копейщики. Для этого, пожалуй, мне придется взять вот этот вот, ребята, уровень, потому что здесь есть мечник, который может их контрить. То есть не давать им, так сказать, разгуляться. Они здесь будут бегать, поверьте мне, они будут нам досаждать. Смотри-ка, вышел Ронин, причем спокойно так вышел. Но он, конечно, дамага... Ты посмотри, сколько он дамага наносит, а? Ты видел? Ну, отлично, мы его пробили. Сейчас следующий выбежит, да? Опять же вышел спокойно. Слушай, это нам фортуна, ребята, улыбается. Давай-ка мы, наверное, с тобой вызовем. Ёпрсте. Ёпрсте, давай так вот. Ух, может быть, хоть какой-то шанс у нас будет здесь на победу. Опять он контрит, он достал уже. Так, минус. Давай этого Ронина с тобой. Так, я еще одного Джаггера вызову. Смотри, у нас потихоньку прижимают. Все ближе к нашей базе. Нет, мы вырулили. Блин, тигр, конечно, это жесть. Ну где мой фаербол? Ёпарасете, мне нужен фаербол, ребят. Вот он. Есть. Карточку забираем, забираем ману. Слушай, ну уже есть шанс, по-моему. Нужен еще один джаггернаут. Хорошо, что у меня чумные летучие мыши наверху. Он ничего сделать им не может. Никто абсолютно. Нет, тигр, тигр, да. Но опять же, только тех, кто ходит по земле. Чумные мыши, как видите, летают себе спокойненько и в уст не дуют. Им пофиг на все. Просто закоптим сейчас там им землю своими ядом, и никто здесь ничего сделать не сможет. Давай, Джаггер, просыпайся. Ты уже отхилился достаточно. Есть. Ха-ха-ха. Победушка. И у нас открывается предпоследний, ребята, этап. Смотрим, кто здесь. У них ниндзя 77 уровня, ребят, 77-го, тигр 78-го. Это очень больно. Больно на это смотреть мне даже, понимаете? Но здесь нету Ронина, поэтому можно вот этот уровень взять. Это, конечно, будет очень больно, ребят. Знаете, что мне здесь больше всего бесит? Не ниндзя. Тигр. Почему именно тигр? Ну, он же выпускает свой вот этот вот смертельный дух, который... уничтожает практически всех на линии, блин, огня. Ох, была не была, вся надежда у меня здесь на ведьму. Как-то не странно, но только она может мне здесь помочь. Погнали. Естественно, купим ману. А босс здесь будет какой у нас? У них обычно там ветродуй, да, по-моему. Ну что, будет меня спамить? Он должен меня спамить, ребят, по любасику. Или тигра будет вызывать сразу же. Странно, смотри-ка, никого не вызывает. Я тогда вызову ведьму. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ребята, вы видите, кто вышел? Это вышел тигр, собственно, персона. Поэтому мне нужно... Да ладно тебе, еще не... Да хорош! Давай вот так вот попробуем, ребят. Фух, если успеем, то нам повезет. А если нет? А если не успеем? Но мы успели. И мы еще и заморозили этих гадов. Слушайте, ну это шик. Так, давай вызовем еще нашего мага-воина. Слушай, а почему... Нет, нормуль. Давай, сноси тигра. Шук! Пол хп сразу сносит Ронин при ударе, ребят. Это колоссально. Плюс отражение, отраб... Ой.
Сладко-то как, ребят, смотрите на это все. Просто обожаю. У нас еще и ураганчик, смотрите, я сейчас его использую, если надо будет. Поехали. Ураганчик сносит их, конечно же, всех вот сюда. И дальше идет просто разбор. Разбор полетов. Изи. Я даже сам не ожидал, что так легко пойдет. Ну что же, давайте смотреть. Кстати, сколько там у нас должен быть уже уровень, по идее. Ёпрасоте, ты посмотри, что здесь. Здесь ниндзя, фулл звезды, плюс тигр, тоже фулл звезды. И ронин, да плюс еще богиня света. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я не знаю, что делать. Пытаться? Пытаться. Богиню света, в принципе, ребят, мы должны одолеть, если у нас выйдет ведьма. И если ведьма не будет, конечно же, попадать под этот солнечный луч, который делает именно та самая богиня. Так, а, тут же ронин. Тут же ронин, ё-моё. Так, давай вот так сделаем. Кого он выпустит сейчас? Ну, а я почему-то так и думал, ребят, что именно снесет с удара. Я даже не сомневался. Вы можете мне не верить, а я не сомневался, что именно вот так вот все произойдет. Ну! Ты, блин! Ну, давай мой ронин выйдет. Хорошо, вот так вот. Так, а мы теперь сделаем вот таким вот макаром. Минус. О, ураганчик. Как раз за нас. Блин, вышел тигр. Оу, как ты так сделал? Богиню света он уже вызвал. Ты представляешь, он уже вызвал богиню света. А это, блин, это жесть. Это жесть какая-то. Ты прикинь? Он просто сметает все на своем пути. Ну, ёпарасете. Без вариантов, по ходу дела, да? Проигрыш. Ускоряйся, ребят. Ну, никак. Базу в хлам. Погнали, я трачу, ребята, 10 этих гемов, блин. Потому что, ну, 77 уровень, только лишь из-за этого. Потому что у меня другого не будет преимущества. Все, я выпускаю ведьму. И сейчас у нас все должно пойти хорошо. Сейчас мы наплодим здесь наших зомбиков. Это естественно, ребят. Ага. Так, манна, которая нам пригодится. Он там не вызвал еще, нет? Главное, чтобы еще тигр, ребят, не пошел. И все. А он уже пошел, блин. Тигр уже тут как тут. Ронин, вот-вот-вот, хорошо пошло. Джик! Замечательно. Ниндзю снесли. Все, ребят, мы уже у базы, сейчас будем колбасить. Сейчас выйдет наверняка богиня света, но мы ее заколбасим тут же прям. Прям вот возле ворот базы. Если она осмелится, конечно, появиться. Ну еще скажите, что я здесь был неправ. Е! Вот, ребята, вот результат моих плодов. 71 уровень, и мы с вами получаем максимальную энергию. 16 гемов и 106 тысяч голды. И плюс у меня еще было 200, сейчас мы прапаемся с вами. И у нас должны пойти дела в гору. Один левел, да, кажется так мало, но поверьте, это очень большое для нас преимущество. Начнем с дедушки. Ага, дедуля прапался. Мечник. Естественно, ребят, чумная мышь. Также наш голем. Джаггер, как же без него. И база. Все, здесь, ребят, мы прапались. Давай здесь, ведьма, само собой. Кстати, посмотрите, нам еще 130 очков, и мы с вами прапаем ведьму, точнее не прапаем, а поднимем ее по рангу. Я этого очень сильно хочу. Ну, не знаю, когда это у нас произойдет. Блин, тут, конечно, очень много нужно, чтобы мага-рыцаря поднять. Это нужно 1000 карточек, ребята, у меня всего лишь 300. Да, также это с щитоботом и с ниндзей. Да, они практически все на пределе, ребят, все. А вот базы почему-то самые дорогие, по 2000 нужно, чтобы ее прапать. Кстати, я хотел у вас спросить, какого еще босса желательно прокачать? В данный момент у нас вот богиня света, да, ведьма и дед. Это самые наши максимальные. Прокачиваю я еще лорда пустоты. Я, правда, не знаю, зачем он мне нужен. Но хочется просто, знаете, попробовать испытать его. Так, паладиныч, естественно, некро. И вот этот вот сторожевая сфера. Все, у меня даже еще, по-моему, маленечко... Давай мы здесь вот заберем. Маленечко осталось денег... 124 тысячи, я всех прапал, у меня еще столько денег осталось. Странно, как-то хорошо, давай мы сделаем с вами вот так вот. БФГшку, ребят, я хочу прапать. Ага.
Я думаю, что этот парень еще нам пригодится. И вот, конечно же, хилбота. Наверное, все деньги солью на него. Сейчас у меня цель его прокачать по максималке, чтобы я мог его брать в основной состав. Погоди-ка, а, я еще могу, да? Могу. Все, какой у него уровень? 51, 20 левелов еще нужно поднять. Блин, дорого и накладно. Ну, а что делать? Оно того стоит. Должно стоить, я почему-то в этом уверен. Ну что же, а мы с вами забираем ревард. Ёлки ты палки, ребятули. Нет, 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 нет. Никакой ревард мы не забираем. У нас здесь... Ха, повреждение было нанесено. Я даже что-то как-то и не заметил, когда мы умудрились с вами профукать такой момент. Давайте быстренько переиграем. Вы знаете, зачем. Три звезды, полный... ревард мы с вами сможем забрать. Ну и с чистой совестью, естественно, перепрыгнуть на следующий этап. Не забываем, что мы сейчас 71 уровня. Соответственно, мои герои немножечко стали сильнее. И мне такая надежда теплится, что мы будем здесь все-таки хоть как-то их контрить. Так, что он там сделает? Кого вызовет? Ронина? Наверняка Ронина. Да, ребята, Ронин пошел. Мы сделаем вот так вот с вами. И я, наверное, тоже выпущу Ронина. Ронин идет себе спокойненько. Да что ты, блин? Какая-то, блин, несправедливость просто здесь получается. Я не... Оу, тихо! Псих-то, а! Да-да-да, именно псих. Ребят, в тот раз, по-моему, у меня как-то получше получилось, да? У меня уже была ведьма. Сейчас что-то не получается этого. Ну-ка, давай так сделаем. Забомбить мы должны эту ниндзю. Ну, давай по тигру. Блин, да уже богиня света идет. Ёпарасота, ребят. Где справедливость? Слушай, да ты успокоишься или нет? Что-то нифига не выходит. Давай так попробуем. Поможем хоть как-нибудь, ребят. Е! Ты посмотри. Просто чудо какое-то. Ведьма, ведьма мне нужна. Ребята, ведьма очень сильно нужна. Ведьма, блин. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Чуть-чуть осталось. Есть. Я ее выпустил. Я надеюсь, здесь тигр этот не будет испускать свой вонючий дух. Мы вот так еще заморозим. Ага. Так, тихо, не надо буянить. Снесем у всех. Подальше, да, отсюда. Ой, по-моему, все, ребят. Выровнялись, опять тигр идет. Опять идет тигр, главное, чтобы он не выпустил свой смертельный душок. Он не выпускает. Только за счет этого мы с вами еще держимся здесь на плаву. Да ты достал уже хайкать тут. Давай мы тоже вызовем Ронина. Он идет у нас еле-еле, блин. Слушай, я боюсь, что он еще может успеть вызвать, ребят, богиню света и... Хотя пофиг нам уже, да? Давай, расколбас базы пошел. Я уже хочу просто перелететь в другой портал и там начать веселиться. Но... Да. Вот это называется сыграно по красоте. Вот теперь, ребятушки, с чистой совестью мы забираем с вами ревард. Нефритовой империи нам достается кто? Слушай, всадник на журавле неплохо, черепаха, ну... Хотя я ей не играл. И смотрите, что у нас здесь. Пряничный домик, 13 штук. Кстати, это приличная карта. 13 карточек королей. Королей, короля. И жаба с пушкой. Ну и все, полетели. Кто-то мне писал в комментариях, что недавно на днях прапался до 100 уровня. Я его поздравляю. Это круто, я бы тоже хотел бы себе 100 уровень бы уже. Так, ну что же, смотрим. У нас щитобот 72 уровня, фулл звезды плюс БФГшка. БФГшка противная такая вот железяка, которая будет бомбить. Поэтому я, наверное, возьму вот этот отряд. Он будет здесь хорошо заходить. И, думаю, неплохо разруливать этих сосунков. Спам. Естественно, будет спам у нас от мечника. Поэтому нужно вызывать голема. Голем пошел. Ах, вот он как даже стал делать. Ладно, хорошо. Блин, и БФГшка уже вышла. Так, нам нужен джаггернаут. Да ладно, что так жестко-то? Чем мне нравится, ребят, наш големчик, что то, что у него есть отхил. Он сам себя хиляет. И это большой плюс для нас. А ну-ка, разойдись, малышня. Хорошо пошло. Ну и все, разбиваем базу, ребят, что тут? Дальше думать даже не о чем. Так, можно даже ускориться, чтобы это все дело у нас по-быренькому прошло. Так, заморозка тут нам улыбнулась.
Ну, расколбасим, расколбасим. А я немножко горло промочу. Угу. Великолепно, шикарно все. Ну что же, переходим с вами на второй этапчик. И здесь прибавляется кто? Молотильщик. В принципе, ничего тут выдающегося я не вижу. Должны так же расколбасить, как и при первой своей драке. Пускай только выйдет, сразу получит по лбу. А будет его бомбить, естественно, наш големчик. Ну, где ты? Я знаю, что должен выбежать. Вот он уже бежит. Посмотрим, ребята. Ну да, да, никаких шансов нету. Вот БФГшка, блин, нервирует меня. Ёлки-палки. Так, секунду, что-то, ребят, мы тут с вами немножко перемудрили. Так, хорошка уже здесь, эй! Целая куча этих шпаны, ребят, повыходила. Ну, две БФГ. На-ка. Так, сори, ребята, что-то раскашлялся. Поперкнулся, видимо. Так, поехали. Продолжаем бомбашить. И смотрим. Так, ну-ка, ураганчик. Ураганчик пошел. Карточку забираем. Да, можно ускоряться смело, ребят. Тут уже никаких шансов у врага нету. И я еще и фаерболом. Вот так вот. Чумную вызовем. И мечника. По красоте. Мне нравится, как у нас идет игра. Как у нас проходит процесс. Все, все шикарно. Мы уже на третьем этапе. И тут у нас бомбер. В принципе, для меня бомбер здесь, вот именно на этом этапе, ни о чем. Юниты у меня тут крепкие. Разбомбить ему кого-то так довольно быстро и легко не получится. Плюс у меня есть чумная мышь, которая будет постоянно мешать им. Как назойливая муха крутится рядом и надоедать. Так, что-то никого не вызывает. Бомбера, что ли, там ждет? Ну да. А под бомбера он вызывает щитоносца, да? Хорошо, мы тогда сделаем вот так вот. И я буду вызывать чумную мышь. Поехали. Так, БФГ, иди. Блин, хотел ее снести, но не получилось. Слушайте, вот самое противное, что он бомбит и отпрыгивает. Вот этот БФГшник. Это нервирует немножко. Так. Ага, все, мы их прижучили, ребят. Прямо возле базы и... Сейчас будет полный расколбас. Давай я еще мечника вызову. Ну, здесь уже можно ускоряться. Слушай, как-то легко проходится. Я вам говорю, один уровень это очень много значит. Хотя здесь не особый, конечно, у нас разрыв. Они 72-го, да? 73-го уровня. И мы также практически. Вот, вот здесь уже... Хотя, в принципе, хилбот ничего здесь не сможет, я думаю, сделать. Давай возьмем вот этот отряд. Здесь у нас Ронин, здесь ведьма, поиграем им. Поехали. Будем разбивать. Так, ну расстояние уже приличное, да. Он, конечно же, будет вызывать своего молотильщика. Это как пить дать. А я вот так сделаю. Вот и молотильщик. Он быстрее сюда подойдет к нам. Поэтому самый первый и упадет. Джик, и все, ага. Да-да-да, кстати, об этом не стоит забывать, что молотильщик, когда погибает, у него вылетает циркуляры. И БФГ-ха тут еще. Так, ну-ка давай вот так сделаем. Ага, в хлам всех. Можно дождаться. Ну, можно дождаться уже и ведьмочки. Или же не стоит. Да я думаю, что мы и тут справимся. И без ведьмочки. Смотри, как все хорошо идет. Идеально просто. Что-то как-то странно. Мне это немножко даже напрягает, чтобы вот так вот легко и просто все это дело проходить. Смотри, у нас хилбот. У нас атомбот. Фигня полнейшая, короче, поехали. Какой-то детский сад. Действительно, там набрали против нас. Сейчас будем тут всех чекрыжить. Поехали. Так, на кого нам накопить-то? Давай будем с вами... Так, атомбот. Не стоит забывать о нем. Давай, 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 подходи. Я как раз вызову под вас свою ведьмочку. Давай, давай, давай. Успеем, интересно? Да должны. Должны успеть. И вот она вышла. Все.
Кого он там? Атомобота своего вызовет? Или не вызовет? По идее, должен уже идти-то. Ладно, ждем, ребят, до последнего. Вот так я еще сделаю. Всех тут разнесем в хлам. Ну, Ронин, да. Опс, елки-палки, ребят, карточку прозевакал какую-то там пролетела. Слушай, нет шансов вообще, смотри. Просто в хлам, он даже пикнуть не успел. Он даже не вышел. Очканул, вот и все. Ну что ж, забираем, ребят, с вами сундук робота и смотрим, что из него нам выпадет. Бомбер. Не особо такой хороший, конечно. И у нас... Слушай, это же подданные. И начинается у нас с бродяги... Блин, бродяга и мечник. Бродяга и мечник, да, значит? Кого возьмем-то? Ладно, я вот этих возьму. Или же нет, или вот этих лучше взять. Черт. Поехали, попробуем этим. Если не получится, возьмем тогда уже тех. Продолжить. Так, понеслась. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, подожди. Не успею. Жик. Так, идет, ребята, идет этот охламон. Да чтоб тебя, ну. Снесли. Блин, зараза, ребята, нифига не вышло. Фокус не получился, к сожалению. Хренею я просто с этого дурдома, блин. Ладно, пускай заваливают базу. Ха. А не вышел фокус-то наш. А что тогда делать будем? Ладно, давай попробуем. Что-то камера, ребят, по-моему, подглючивает. Смотрю просто-напросто, что-то прерывается как-то. Ну, давай попробуем. Так, погоди-ка секунду, давай заберем здесь. С вами Ревард. И... И возьмем тогда вот этих вот, ребят. Голем, мечник, может быть, тут получится получше. Хотя я почему-то в этом не особо уверен. Эх, понеслась. В бой. Кстати, да, я смотрю, подглючивает, когда мы с вами делаем это, загружаем уровень. Вот в чем суть. Не знаю, почему такое. Да. Я так и понял, что именно этот говнюк сейчас будет тут выходить и мешать нам. Против голема-то я думаю, что у него нет никаких шансов. Или есть. Так, бродяга там бомбит. Слушай, нету, по-моему, никаких шансов у них. Или, блин, есть. Даже как-то не знаю, ребят. Эй, куда ты прошел-то? Как он прошел-то? Ёп. Ускоряемся, ребят. Однозначно мы здесь этот уровень пройдем, но его надо будет переигрывать. Да как он так делает-то, а, гад? Опять, ребят, смотрите, подловил у нас. Обалденно. Начало игры, мы уже с вами просираем. Никуда я не пойду, я буду здесь бомбить. Так, поехали. Копим. Ну, это понятно, что голем выходит. Это все само собой разумеющееся. Давай выпускаем своего голема. Вот выходит бродяга. Оп. И мы его должны были поймать. Мы его поймали? Мы его, по-моему, поймали, ребят. Дальше я вызову Джаггера все-таки, наверное. Вот так вот будет лучший. Угу. Так, воришка идет. Проявляется, и тут ему мы навстречу, да? Все, по-моему, сейчас будет хорошо. Должно быть хорошо. Я, конечно, смотрю, чтобы он тут не появился. Воришка-то этот. А он идет уже. А он уже идет. Хоп, а тут ему Джаггер навстречу. Привет, братан, типа. Давно не виделись. Жик. Ну, базу будем бомбить или нет? Все. Шикарно. Продолжить, конечно, что не продолжить-то. Второй этап. Тут всего лишь усложнили нам этим мечником.
И база какая-то тут укрепленная, усиленная. Энергии здесь нету. Вот в чем проблема вся. Хе-хей, что делать? Что делать-то будем? Так, ну, Ронин. Ладно, попробуем. Здесь, ребята, тоже одна энергия всего осталась. Если мы проиграем, то не знаю, как мы дальше будем контрить с вами. Немножко расстояние, конечно, увеличивается, да? Эй-эй-эй-эй-эй. Гном Риган, подожди, куда побежал? Так, слушайте, тут же еще не стоит забывать, ребята, у нас... Да пошли вы все! Вот он бежит. Вот он в инвиз. И тут мы ему на встречу, хоп, и снесли его, отлично. Тут вся проблема, это именно бродягу, ребята, контрить. Только лишь и всего. Че, не вышел? Вышел. Вышел и бежит. И бежит как чумовой. Все, мы его захерачили, короче. Ронин почему-то в последнее время, ребята, выходит очень и очень медленно. Мне это не нравится. Он должен бегать как сумасшедший, как ошалелый. А он выходит как штаны наложил. Ух, ну что ж, третий этап. Поехали. Получим с вами, наверное, сундучок подданных скоро. А, тут энергии нету. Тут нет энергии, как вы мне прикажете тут дальше драться? Вот эта вот команда, скорее всего, нам здесь не зайдет. Ну ладно, давай посмотрим. Продолжить. Расстояние, в принципе, неплохое. Может быть, успеем как-то с вами законтрить это все дело. Да? Паладина, в принципе, здесь было бы достаточно. Но... Что за ересь? Упс, 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 упс. Зря, зря, зря. Или не зря? Может быть, не зря. Так. Жук. Некро, конечно, упало у нас, естественно, ребят. Ух. Какие головасики-то побежали, а? Нужно... Блин, не надо мне здесь никаких магов. Не надо. О, нормуль. Так, погоди, погоди, нормуль. Блин, нормуль. Какой нормуль сейчас... А, нет, смотри-ка, мы поймали. Успели, наверное, да? Ух, некро выстояла одна практически. Ну что, мы уже у базы. Сейчас будем ее разбирать. Что там за звуки такие? Мне не нравятся эти звуки. Странные, так. Поехали, 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 поехали. Еще одного паладина. А, сейчас... Да, некро убьют. Да тут ускоряться надо, ребят. Чем мы стоим и ждем тут, я не знаю, у моря погоды. Когда тут стопроцентная у нас победа светится, да? Предпоследний этап. Энергии у нас мало с вами. Но пройти мы с вами обязаны. Даже несмотря на то, что у нас такие герои здесь божественные. Божественные в плане цены. Они очень дорогие. Ладно, будем сейчас разруливать. А мне нравится. Мне нравится лично. Кто? Воришка или кто? Нет. Слушай, ну здесь нужно нам... Опа. Пошел спам, ядрен батон. Пошел, ребят, тут спам галимый. Ну, давай. Слушай, тут же воришка же у него, да, еще есть, по-моему. В этой каточке. Пока что-то какая-то тишина. Вон он. Вон он вышел, воришка. Вышел воришка, и получается он сейчас в инвиз уйдет. А где он? А, его лазером, видимо, ребят, бомбануло. Поэтому он даже и не дошел. Это его проблемы. Мы, конечно же, с вами вызовем еще одного. Блин, давай баллисту вызывать. Я хотел паладина, но в последнюю секунду передумал. Чего-то он своего этого не вызывает. Вон он идет. Идет, ребят, идет, 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 идет. Воришка, бродяга его на самом деле звать. Ага, опа, карточка. Ураганчик, еще одна некра у меня выйдет. И ускорение ставим, потому что все, ребят, тут финиш. Никаких шансов у базы нету выстоять. Есть. О, даже карточку крестьяшки мы с вами заработали. Ну что же, возможно, мы с вами пройдем вот эту вот карту. Посмотрим, кто у них тут босс. Король же, король. Ой-ой-ой-ой-ой. Король, 73 уровень. Нифига, мечник 75, фул звезды 75. Также у нас бродяга. Пофиг мне на это все. Все равно мы будем здесь разбираться с ними. Загрузка, продолжить, погнали.
Будем брать преимущество, конечно же. И богиню света вызывать. Опа, опа, опа. Я жду, ребят, я жду. Я не буду ничего сейчас пока делать. Кого вызывать будем? Наверное, будем вызывать с вами паладина. Паладин должен устоять здесь. Хрен тебе. Захотел, да? По базе урон нанести. Но не тут-то было. Что там за затище-то такое? Ну-ка, давай разносить тут всех в хламину. Тут король против короля, блин, жестко будет. Вы знаете, как он... Эй! Ты мне тут еще... Блин, он уложил все-таки некро. Он все-таки некро уложил. Карточка бродяги. Так, 500... Ой, 650 у меня уже мана, ребят. Я аж хотел этого... Богиню света вызвать. Блин, что-то как-то мне это... Опачки! Давай вот так сделаем. Хоп. Хоп. И ураганчик. А вот, ребятулечки, и королюшка пожаловал. Ага. Хреново это дело, вот что я вам скажу. Блин, баллиста есть у меня? У меня баллисты нету. У меня нет баллисты. Да куда ты так разогнался-то? Эй! Еще сейчас мне положат, ребята, по-моему. Угу, ты представляешь? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да откуда у него такой... А, это, наверное, он, ребята, делает. Ты представляешь, у него есть ускорение. Погиб королюшка-то. А король-то... А король-то голый. Ты смотри, что делает, бродяга. Вот это я, ребята, профанулся. Все, ускоряемся. Ты прикинь, как я лопухнулся. Я не заметил, что тут бродяга подошел. Ну и мы, соответственно, не получим с вами 3 звезды. Сам виноват. Эй, карточка короля. Короля, не короля там была карточка, а мага. Блин, опять же, опростоволосился. Ну давай, давай, давай. У нас ускорение, ребята. Мы на ускорении даже не можем почему-то пробиться. Почему такое у нас дело происходит, а? Кто мне скажет, кто мне объяснит? Еще и карточки не ловлю. Смотри-ка, мы с вами не успели даже по времени забомбить. Это как это вообще может быть такое? Нифига, надо переигрывать. Тут хоть может где-нибудь энергия, не? Не накопилась. Поехали еще разок. Что-то как-то... Что-то как-то не то. Да, конечно, богиня солнце, она здесь вообще не алё. Нет. Вообще ноль эффекта у нее. Ну что ты прешься, а? Ну что тебе надо, а? Еще этот мечник, блин. Так, ладно, сейчас этот... В инвиз. Жук. И тут мы его ловим. И он такой недовольный сразу же. Кислая харя у него становится. Так, будем, ребят, с вами, наверное, на баллистах выезжать здесь. Погоди, блин, на баллистах выезжать. Да как ты, блин, все время некрот... А, нет, она выстояла. Ха-ха. Слушай, это круто. Это очень даже круто. Есть, подбили мы этого бродягу. Добегался, он думал, в тихушечку там вырулит. Но ничего у него не получилось. Где король, блин? Я знаю, что он... Вот он, ребята, вышел. Прям в него. А чё один залп-то всего лишь, блин? Всего один залп. Но мы его расхерачили. Все, ребята, победа, я думаю, здесь будет за нами. Маг, конечно, этот вонючий там что-то пытается сделать, но я думаю, что мои баллисты его просто сейчас забомбят. Ой, погоди. Давайте, вызывайте. Минус одна некро, минус вторая, да? Нет, вторую он не успел. И вот так помогаем. Богиня света накопилась, ё-моё. Под конец-то, считай, этапа. Но. Давай, последний удар, есть. Ух, ну вот, это уже другой разговор. Все идеально пройдено. Теперь я забираю, естественно, сундучок подданных. И кто нам здесь достанется? Вот это я понимаю. Баллиста, фехтовальщик. Вот копейщица мне не особо там нравилась. И мы перемещаемся на карту Занежить. Так, у нас здесь
У нас здесь зомби и зомби-взрыватель, камикадзе, точнее. И одна последняя, ребята, энергия. Так что давайте с чистой совестью ее потратим. Я думаю, пройдем мы этот этапчик, да, с вами по Шурику. Ну и будем закругляться. Естественно, мы с вами увидимся в новых, ребята, видосиках. А вы мне пишите, какие видосики хотелось бы вам видеть побольше и почаще. Чтобы делали мы с вами чисто акцент именно на эти видосики, которые вы хотите, ребятули. Блин, сейчас базу снесет. Пипец. Поиграли, блин. Поиграли, называется. Ладно, ускоряемся. Да, жалко, конечно, что у нас это была всего лишь последняя энергия. И я, честно говоря, хотел пройти этот уровень. На самом деле тут ничего сложного нету. Зомби-камикадзе, если бы он взорвался чуть-чуть подальше от нашей базы бы, никакого урона мы с вами не получили бы, и все было бы тут шикандос. А так шиш нам с маслом. Ладно, все равно опыт, ребят, еще никто не отменял. Так что переиграем, переиграем, как только у нас появится, ребят, с вами энергия. Ну что же, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. Ну естественно, до новых, ребятушки, скорых видосиков. Всем пока и удачи вам.